Жители Медвежегорска, города, где в этом году пройдет празднование Дня Республики, возмущены. Дело в том, что скамейки, установленные в так называемом парке железнодорожников на улице Советская, два года назад, вывернуты из земли. Вот эти фотографии были опубликованы в группе «Медвежегорск. Команда жителей. Перезагрузка». Люди пишут, что скамейки абсолютно новые, и то, как с ними обошлись, вызывает возмущение. В администрации Медвежегорска нам пояснили, что скамейки при установке были зацементированы. Другим способом снять их было невозможно. Можно. Эти же лавочки будут установлены в парке снова после того, как закончатся работы по расширению дорожки. Деформации будут устранены. Добавим, что установка скамеек два года назад обошлась республиканскому местному бюджету и жителям Медвежегорска в 290 800 рублей.